Стандартный вопрос. Какие-нибудь новости, которые вас впечатлили? Зачем вы пристально следили за последнее время? Новости, которые меня впечатлили. Не могу сказать, что они меня впечатлили, но интересен был процесс, вот этот, связанный, как медленно Трамп соглашался на признание победы Байдена, да, ну вот так вот, что называется, по миллиметру. А с другой стороны, как Байден также постепенно, медленно подходит к формированию своей команды и к объявлению. Но и меня, честно говоря, во второй части, ну, с Трампом все понятно, а вот то, что Байден в значительной части опирается на таких, на старичков-боровичков, ну, это, конечно, круто. Там и Керри, и Йеллен. Круто есть, вот в негативном смысле. Ну, послушайте, я... Ой, что это у меня такое? У нас включили YouTube-трансляцию, наверное. Вот. Или прослушали. Понимаете, как? Я там к Йеллен достаточно, так, ну, положительно неправильно отношусь, но 74 года становиться министром финансов, но это как-то круто, причем когда она никогда там ни разу не работала. Да, обычно люди из Минфина идут в Центральный банк. Вот такая стандартная траектория, потому что считается, что это вроде как вот по нарастающей. А здесь в другую сторону. Ну ничего, посмотрим, как это удастся. Да просто, ну как, возраст он все-таки сказывается, да, всегда. Посмотрим, что будет дальше, кто замок будет. Ну, короче говоря, вот это вот, как, не самое увлекательное, конечно, зрелище, но интересно. Ну да, мы с этого и начнем тогда, раз уж вы вернулись, и следите за всем этим. Получается, что опять к власти возвращается та самая политическая элита, против которой была вся эта история с Трампом? Ну, с точки зрения внешнеполитического, все, что связано с внешней политикой, там и госсекретарь, и директор национальной разведки, и представитель в ООН, и Джим Керри. Ну да, конечно, это вот, на самом деле чисто не там нацбезопасность Салливан, советник нацбезопасности. Но это, в общем, вся команда, которая была при Обаме. Ну и на самом деле такой демонстративный шаг, что, ну, демонстрация того, что... Они несгибаемые. Подождите, ну неужели их ничему не научили эти 4 года? И выборы последние показали же, что их курс неправильный и требует каких-то перемен. Я бы так не стал говорить, потому что американцы голосовали за внутреннюю политику, а не за внешнюю. Они во внешняя политика, ну, никогда не являлась таким сильным фактором президентского голосования, а тем более голосования в Палату представителей или Сенат. Это мы все. Для нас важно, да, кто там займет внешнеполитическую линию, какую. А для американцев, для избирателей это, ну, там, не знаю, вопрос 10-й, может быть, 20-й. Ну, точно совершенно не то, что все обсуждают. Так, теперь тогда вопрос исключительно про вас, Сергей Владимирович. Собираетесь ли вы как-нибудь обращаться в Роскомнадзор, чтобы ваш YouTube-канал вернули в тренды? Или что-нибудь сделали с подписчиками или с активностью под вашими видео? А что, я не знаю, что случилось. Это просто шутка, отсылка на Соловьева, который потребовал через органы уже как-то вернуть в тренды. Да. Нет, не нужно. На самом деле у меня такое ощущение, что как-то вот эта тема меня сильно взволновала. Здесь я прочитал про законопроект, который внесли там сенаторы и депутаты, о том, что в законе об образовании вносится просветительская деятельность. Да. И вот вообще говоря, все, чем мы с вами занимаемся, весь мой YouTube-канал, все мои твиттеры и прочее, там, это и есть просветительская деятельность, которая должна будет осуществляться по нормам, правилам, по установленным правительством и будет контролироваться правительством. Вот это круто. Это гораздо круче, чем там тренды, Роскомнадзор. Да? То есть вот все, что мы, все, вот все эти персональные ваши, особые мнения, полный альбом. Ну, я надеюсь, что все это будет, во всяком случае, все происходящее в редакциях Москвы будет все-таки подчинено закону о СМИ. Но, не знаю, вас действительно это напугало? Я плохо понимаю, как этот закон может быть реализован в полном масштабе, но это абсолютно избирательный, закон избирательного действия, под который может попасть любой. Ну, как вот закон о иноагентах физлицах, наверное. Нет, закон об иноагентах, это все-таки там надо что-то такое придумать. А здесь ты что-то сказал, высказал свое мнение, это просветительская деятельность, любое. Вы почитайте эту фразу в законе. Там вообще все, что ты скажешь, вот с использованием любого инструмента доведения до там, слушателей, зрителей, это можно признаваться просветительской деятельностью. Начинаем. Давай. 17:06. Всем добрый день. Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. Я приветствую Сергея Алексашенко, экономиста, который с нами сегодня по скайпу. Сергей Владимирович, добрый день.
Нино, здравствуйте, здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители, здравствуйте, посетители Ютьюба, чата и так далее. И Яндекс эфира, где также идет трансляция. Так, да, обязательно. Это обязательно. Плюс 7985-970-45-45, номер для ваших СМС-сообщений. Сергей Владимирович, наконец-то в Америке начался процесс передачи власти. Какое наследство Трамп оставляет после себя? О, наконец-то. Ну да, наверное, все-таки последние шаги президента Трампа, его администрации, это такая вот постепенная сдвижка в сторону признания того, что, скорее всего, Байден победил. В судах команду юристов Трампа преследуют неудачи. Публично знаковые фигуры из республиканской партии не сильно поддерживают все эти юридические иски. И, соответственно, вот американское ведомство, как по нашей терминологии, но это примерно как управление делами президента, который занимается всякими хозяйственными делами при поддержке департаментов, министерств, выделил деньги, признал Байдена победителем, скорее всего, победителем, так формулировка, да, и дали доступ к деньгам федерального бюджета, чтобы эта команда могла начать функционировать. Вот вообще, на самом деле, вот я сейчас на секунду на этом остановлюсь, представляете, вот, да, вот в России... Вот когда-нибудь там состоятся выборы, на которых, ну, не скажу президент, с президентом там все понятно, но какой-нибудь там оппозиционный губернатор побеждает, да? И вот действующий губернатор за счет действующего бюджета начинает выделять деньги победителю выборов для того, чтобы он сформировал свою команду и подготовился, ну, там, хотя бы неделю-две, да, прийти к власти. Ну, вот, с легкой завистью вы это рассказываете, Сергей, да, Владимирович. Да, да. Нет, вот сама эта формулировка, да, что... оппозиция сразу же, там, причем в Америке же этот процесс длительный, да, до инаугурации президента еще 2 месяца, и вот 2 месяца эта переходная команда будет финансироваться за счет денег федерального бюджета. Вот. Какое наследство? Ну, наверное, все-таки начинать, как опять, я очень часто на эту тему говорю, что для американского избирателя, конечно, самое важное то, что происходит внутри страны, внутренние проблемы, а внешние проблемы, которые больше волнуют нас, они уходят какой-то на второй план. Внешние, внутренние проблемы очевидные, да, это первое, это коронавирус, второе, это коронавирус, и третье, это коронавирус. Вот все, что связано с коронавирусом, потому что это и экономика, это и образ жизни, это и доходы, зарплаты, рабочие места, конечно, все связано вот с этим. И здесь я бы сказал так, что, как это не парадоксально прозвучит, при всем том, что Трамп категорически не признавал науку, категорически отказывался следовать всем советам своих научных советников. Вот. Но, тем не менее, наследство он оставляет неплохое. Америка за счет денег федерального бюджета профинансировала, участвовала в создании вакцин деньгами, и за счет американского бюджета закуплено вперед, да, Америка заплатила вперед за 1 000 000 000 доз вакцин разных производителей. Значит, если исходить из того, что по 2 вакцины на человека, то это означает, что у Америки с запасом есть на 500 миллионов человек, при том, что население Америки составляет 330 миллионов. Да? Ну, то есть вот Америка первая стоит в очереди, она уже заплатила, и ей эти вакцины будут поставлены, и считается, что первые вакцины вообще чуть ли уже не к Рождеству Америка сможет начать применять, да, рассылать по штатам, по городам, и где-то там к Рождеству уже американцы смогут получать вакцины. Поэтому в этом отношении, вот, ну, надо сказать... Подождите, простите, но тут вопрос, это наследство Трампа или уже подарок Байдену, потому что все эти сенсационные новости о вакцинах стали поступать уже после предварительных итогов американских выборов? Не но. И обратите внимание, я говорю не о новостях про вакцины, я говорю о том, что Трамп заплатил деньги федерального бюджета и купил вакцины в тот момент, когда еще они не были до конца разработаны и не прошли стадии испытаний. Деньги были потрачены летом. А он мог не выделять этих денег? Ну, конечно, мог. Но смотрите, он Путин. Путин, мы там свою вакцину первую в мире зарегистрировали, а произвести никак не можем. Да? Так вот, американский бюджет заплатил производителям вакцин, чтобы они создали мощности, чтобы они зарезервировали мощности, чтобы они договорились с производителями. Да? То есть вот это наследство Трампа. То есть вот давайте все-таки там, да, там то, что Америка профинансировала создание вакцин, это тоже наследство Трампа. Это его решение, потому что это было сделано там полгода назад, в апреле, в мае, когда там, ну, Байден еще бы считался таким кандидатом, да, и даже не победителем. То есть, вот, поэтому, то есть получается, что звание вот этого победителя коронавируса все-таки остается за Трампом? Знаете как, история не знает сослагательного наклонения. Это как с кризисом 2008 года в Америке с финансовым. Основные решения по выделению денег
вот на преодоление последствий были приняты в ноябре-декабре 2008 года, когда Джордж Буш-младший уже был вот эта хромая утка, уходящий президент, Обама был избранный президент, но еще не прошел инаугурацию. Так вот, победителем кризиса 2008 года был признан Обама, хотя на самом деле основные деньги были выделены при республиканской администрации. Вот первые самые важные решения по спасению банковской системы, по выделению денег автопроизводителям. Да, поэтому и здесь, да, конечно, экономические лавры, то есть вот вакцина придет в американские семьи, в американские дома, ну, скажем так, в 2021 году. И ну, можно ожидать, что в течение 2021 года все желающие американцы получат эту вакцину. И таким образом, вот, ну, по крайней мере, на территории Соединенных Штатов Америки, да, эта проблема будет, мы будем, давайте как, мы надеемся, что она будет решена. Да? Но в 2021 году президентом будет Джо Байден. И в 2021 году, когда экономика начнет реагировать на то, что снимаются ограничения, на то, что можно ходить в рестораны, в кинотеатры, ездить в гостиницу, на курорты, вот это все эти лавры, там безработица дальше пойдет вниз, это достанутся Байдену. В штате Гавайи, который там живет за счет туризма в значительной степени, 15% безработица, самая высокая безработица во всей Америке, это там, потому что штат, но и в наибольшей степени ориентирован на туризм. Вот, соответственно, представьте себе, что происходит в штате Гавайи, да, и кого они благодарят. Ну, конечно, не Трампа. Конечно, не Трампа, а Байдена. Это вот. И поэтому это вот такой вот, я бы сказал, что во внутреннем... А здесь это и здоровье, это и экономика, это и образ жизни. Поэтому вот это самое главное наследство Трампа для Америки. Сергей Владимирович, тем временем в Париже идет суд над бывшим президентом, да, Николя Саркози. Как вам кажется, такой сценарий вероятен для Трампа? Он может оказаться на скамье подсудимых? Я думаю, что Трамп вполне может оказаться, давайте скажем так, мягче. Ему могут быть предъявлены обвинения, да, и по делам, которые связаны с его деятельностью до того, как он стал президентом, и, возможно, с его активностью или с его организацией, его внутренней там, жизни, его всего хозяйства, да, во время, когда он был президентом. По крайней мере, я думаю, что таких попыток будет много, и они будут связаны в первую очередь с использованием, мне кажется, с использованием денег, опять-таки, федерального бюджета, когда оплачивались его огромные счета или счета министерств, которые жили, устраивали мероприятия в его гольф-центрах, в его гостиницах, когда иностранные там делегации жили вот в этом в Trump International отель, который находится, что называется, прямо рядом с Белым домом и так далее. Вот. Во всем, что касается там, вот Трамп нарушил какой-то закон, вот там, не знаю, в области внешней политики, применения силы внутри страны, подавления, мне кажется, что в этой части ну, вряд ли будут какие-то серьезные риски. Я думаю, что вот если что-то и будет, то это связано с финансами, личными финансами Дональда Трампа. Мы уже знаем, во всяком случае, первые ключевые назначения произошли в новой администрации нового президента Джо Байдена. И, естественно, интересует больше всех Энтони Блинкен, который теперь новый госсекретарь. Каким вы видите будущее российско-американских отношений под руководством этого человека? Не, но я уже много раз отвечал на подобный вопрос. Мне кажется, возвращаемся к нему. Энтони Блинкен такой карьерный дипломат, хороший, спокойный, уравновешенный. В этом плане не случайно, что, наверное, что Джо Байден выбрал именно его, как и пока все вот его назначения, которые должны проходить через Сенат, которые контролируются республиканцами, они компромиссные. Да, то есть ни один из предложенных кандидатов ни на должность директора национальной разведки, ни вот это то, что внутренняя безопасность, ни Министерство финансов, ни один из этих кандидатов не ожидается, что он вызовет какие-то проблемы при прохождении в Сенате. Это означает, что будет быстро утвержден. Вот. Он, Энтони Блинкен, работал в аппарате Джо Байдена, когда тот был вице-президентом, потом был замгоссекретаря, работал в Совете национальной безопасности. То есть он очень хорошо понимает всю внутреннюю кухню американской внешней политики. И мне кажется, что он будет в отношениях с Россией придерживаться традиционных американских, не знаю как, ценностей, принципов. Да? То есть надо договариваться, Россия военный противник, никаких Вася-Вася, никаких похлопываний по плечу, очень сухо, жестко, с использованием и других аргументов американской внешней политики, как то, не знаю, там, демонстрации военной мощи или применение санкций, изменение подхода к применению санкций и так далее.
То есть особой дружбы с Энтони Блинкеном и с его там госдепартаментом у России не получится, но вести переговоры с ними будет легко, потому что российские переговорщики, российские сотрудники МИДа, не знаю, внешние сотрудники внешней разведки, они очень хорошо понимают, как работает американская внешнеполитическая кухня, и в разных там деловых играх, обсуждениях они смогут построить вот примерную концепцию этих переговоров. Поэтому, с одной стороны, это будет жесткий противник, с другой стороны, противник, с которым понятно, как вести переговоры. То есть вы не видите вероятности новой перезагрузки? Но мне кажется, что про новую перезагрузку можно забыть. В общем, и старая не очень сильно получилась, да? Потому что вспомните, что именно после перезагрузки Россия аннексировала Крым, Россия развязала войну на востоке Украины, Россия провела массовые кибератаки против европейских стран, против Украины, внедрялась в информационные сети Соединенных Штатов Америки. То есть перезагрузка, она, ну, на самом деле, вспомните, там слово-то было «перегрузка». Ну, а вот на самом деле вот хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, поэтому, конечно, перезагрузки не будет, и в первую очередь потому, что эта перезагрузка не нужна Москве, не нужна Кремлю. Танго танцуют вдвоем, это известная фраза всех дипломатов, и для того, чтобы произошла перезагрузка в российско-американских отношениях, нужно, чтобы и Кремль, Путин изменили свой подход и свое видение внешней политики, да, что от агрессии по отношению к соседним странам нужно переходить к сотрудничеству, нужно переходить к мирному сосуществованию, вспоминая советскую терминологию. Да, и точно совершенно выходить из режима санкций, отдавая Украине Донбасс, ну и так далее. Да. Вот на все это Кремль, очевидно, сегодня не готов. Кремль по-прежнему живет в идеологии осажденной крепости. Ну а какая может быть перезагрузка в такой ситуации? Некоторые эксперты именно Энтони Блинкену приписывают такое наблюдение, что после ухудшения отношений с Западом Россия впадает во все большую зависимость от Китая, что, естественно, не может нравиться Владимиру Путину. Именно в этом треугольнике Россия, США, Китай, возможно, лежит ключ к улучшению отношений. Я думаю, что вот этот треугольник России, США, Китай будет на ближайшие годы, может даже там, более там, на одну, на две американские администрации определять многое в международных отношениях. Но я не согласен вот ни с этой фразой Энтони Блинкена, ни с позицией многих американских экспертов о том, что Россия впадает в зависимость от Китая. Я этого не вижу. Мне кажется, что вот проще всего России было взять и с Китаем о чем-то договориться стратегическом. Но в этой ситуации Россия должна была признать себя ведомой, а Китай – ведущим. То есть Китай не видит никаких альянсов, кроме тех, где он является лидером. Китай – это центр вселенной, это поднебесная империя, и вот все остальные страны, они там в китайской, не знаю, как, в китайских ценностях, да, они вот являются всего лишь таким подспорьем, подбрюшьем Китая. Поэтому вот с Китаем отношения могут выстраиваться только зависимости. Да? Но понятно, что Владимир Путин там, с его ядерной дубиной точно совершенно не видит себя подчиненным или зависимым от Китая. И поэтому никакой вот увязки, никакой зависимости не наблюдается. Да, Россия продает все больше и больше сырья в Китай. Но послушайте, вот сырье на современном рынке можно продавать где угодно. И просто логистически там его чуть ближе везти до Китая. Никаких технологических подарков от Китая Россия не получила. Доступа к китайским технологиям Россия не получила. Вспомните, сколько разговоров было о том, что Китай поможет построить там скоростную железную дорогу Москва-Казань. Лет 6 кормили нас этой лапшой, ну и в конце концов сказали, что, в общем, не катит, Китай не будет этого делать и так далее. Поэтому я, честно говоря, не вижу никакой особой зависимости России от Китая. Вот. И вот этот треугольник пока остается, вот каждый играет за себя, да, пытаясь ситуативно улучшить свою позицию. Это особое мнение с Сергеем Алексашенко, экономистом. У нас продолжается эфир не только на радио, но и в YouTube-канале «Эхо Москвы», в Яндекс.Эфире. Сергей Владимирович, США окончательно вышли из договора по открытому небу. Кто был главным бенефициаром этого соглашения по итогу? Что мы можем сказать? Мне кажется, что бенефициаром всех соглашений, связанных с ограничениями вооружений, с мерами доверия и контроля, договор об открытом небе, это же меры контроля и доверия, бенефициаром были жители, вот то, что называется
евроатлантического пространства, Европы, ну или там, скажем, евроатлантического пространства от Владивостока и до Сан-Франциско. Да, то есть вот все, что там от России, Европа, Америка, Канада, все, что связано вот, теоретически еще со времен Советского Союза, со времен Холодной войны, вот, театр военных действий, собственно говоря, все договоры по контролю над вооружениями, они были построены на то, чтобы снизить опасность возникновения военного конфликта на этой территории. И поэтому, конечно, бенефициарами были жители вот этого пространства, как, вот, ну, не знаю, психологически, да, потому что как бы, опасность, угроза войны, она исчезала. Так, ну, в общем-то, и экономически, потому что очень многие страны смогли после этого тратить гораздо меньше денег на свои военные программы, на оборонные бюджеты и направлять эти деньги на решение социальных проблем. Поэтому бенефициарами были все мы, включая нас с вами. Ну и над вами, и надо мной, и над всеми теми людьми, которых вы обозначили, так или иначе стоят, прошу прощения, правительства, государства, у которых свои военные, стратегические какие-то цели. Опять в этом договоре мы видели какой-то конфликт, какое-то противостояние России и США. У России со своей стороны были ограничения, у США там тоже все было не так просто. Если опять выходить на представлять вот эту условную дуэль Россия против Америки, кому как больше выгодно было и есть сейчас? Мне кажется, что вот эти все договоры, которые были заключены в период Холодной войны, они были выгодны всем. И по большому счету и Россия, и Соединенные, и Советский Союз, и США, пойдя на переговоры, на самом деле еще со времен Брежнева и Никсона, там 72-го года, все понимали, что продолжение гонки вооружений, оно чревато. С одной стороны, огромной нагрузкой на бюджет, с другой стороны, риском возникновения, такого непредсказуемого возникновения военного конфликта. Мне кажется, что проблема, вот в частности, и с договором по открытому небу, и с договором о ракетах средней дальности, она связана с тем, что прошло уже, там, не знаю, 3 десятилетия с момента подписания этих договоров. И ситуация в мире изменилась. Развалился Советский Союз, развалился социалистический блок. Да? Там страны, там Югославия разделилась на 7 государств. Страны переформатировали свои международные свои отношения. Они возникли, ну как, перешли в другие альянсы. Варшавский договор исчез, там практически все страны, члены Варшавского договора, ушли в НАТО. И в этой ситуации, конечно, там есть взаимное недовольство и у США, и у России, связанное с тем, как все изменилось. Да? Особенно у России, потому что она осталась в одиночку против достаточно большого количества стран. Но искусство дипломатии – это искусство возможного. Но выяснилось, что вот дипломаты ни со стороны США, ни со стороны России не увидели возможности для того, чтобы как-то договориться, передоговориться о контроле, о взаимном контроле в новых условиях. Ну, такая вот, как сказать, проблема возникла. Ну, я думаю, что она будет как-то решаться. Какой-то новый договор придет этому на смену. Вопрос в том, что удастся ли там, военным с обеих сторон удержать свои там, амбиции, свои аппетиты, помериться там, мощностью, размерами красной кнопки и так далее. Но сам Джо Байден, уже новый избранный президент Соединенных Штатов, не раз говорил, что выход из этого договора – ошибка, и, возможно, даже, все конфликты с Россией можно урегулировать дипломатическим путем. Говорят ли сейчас в Америке или там члены новой администрации о возвращении в этот договор вот сейчас? Сейчас никто не может об этом говорить, потому что в Америке есть очень жестокий закон, под который, помните, попал Пол Манафорт как раз 4 года назад, что частные граждане, не занимающие должности в американской администрации, не могут заниматься вопросами внешней политики. То есть они не могут выдвигать вот так, а давайте мы сейчас вступим в переговоры с Россией. А проблема администрации Байдена состоит в том, что когда он придет, Джо Байден придет в Белый дом, а все его назначенцы займут свои кресла, то выяснится, что многие договоры, которые были там еще год назад или там 5 лет назад, они перестали действовать. Это и Парижское соглашение по климату, из которого Америка вышла, это Тихоокеанское торговое партнерство, это и договор об открытом небе, это договор СНВ-3 о стратегических вооружениях, там, у которого останется несколько дней жизни. Да? Вот выяснится, ломать не строить, да, и вот, я понимаю, там, и Джо Байдена, и все его фразы, что гораздо проще договориться о продлении действующего договора еще там на год, на два, на пять, и за это время передоговориться, нежели чем вот все, закончить действие договора, да, прошло 2 недели, и давайте договариваться снова, потому что ситуация там резко меняется. Но насколько это удастся, да, конечно,
как худой мир всегда лучше доброй ссоры. Поэтому очевидно, что там для американской дипломатии лучше договариваться, чем тратить деньги на гонку вооружений. Но в этом никто не сомневается. Вопрос в том, успеет ли американская новая администрация запустить раунд переговоров там, буквально в первые же часы прихода там, после 20 января. Особое мнение с Сергеем Алексашенко, и уже закрываем, наверное, американскую тему. У нас как раз остается несколько минут. Возвращаясь к фигуре Энтони Блинкена, его, опять же, многие эксперты считают сторонником такой позиции морального лидерства Америки. Ожидает ли нам возвращение Америки как участницы или хотя бы как очень активного наблюдателя в разные такие политические острые ситуации? Например, вот в Беларуси все, что происходит. Это немножечко разные вещи. Одно дело моральное лидерство Америки, да, и это в том числе участие Америки в Парижском соглашении по климату, это обязательства Америки в рамках международных договоров и это, там, финансирование Организации Объединенных Наций, Всемирной Организации Здравоохранения и так далее. И один из основных тезисов всей администрации Байдена, чтобы быть моральным лидером в мире, нужно для начала навести порядок у себя в доме. Да, сказать, что Америка... Вот пришла новая администрация, пришел Энтони Блинкен, и Беларусь стала там ключевой проблемой, и там весь Госдепартамент только этим и занимается, а Пентагон уже подтягивает свои, не знаю, там, батальоны, роты, не знаю, поддивизии в польско-белорусской границе, готовятся танковые клещи там, с другой стороны, там, в 44-м году Советский Союз там с востока шел, а сейчас там с запада будут танковые клещи, повторение 41-го года. Ну, конечно, об этом речи нет. Беларусь при всей важности того, что там происходит для Центральной Европы, для постсоветского пространства, является очень маленькой проблемой для американской внешней политики. И точно совершенно не следует ожидать каких-то решительных действий со стороны Энтони Блинкена в этом вопросе. Я не очень понимаю, понимаете, так вот это же вопрос, готова ли Америка воевать с Россией из-за Беларуси или из-за Украины. А вопрос-то это именно так? Нет, как? Вот что может сделать Америка для того, чтобы сместить режим на Лукашенко или добиться того, чтобы там изменился политический режим? Что? Ничего. Да? Вот там. И очевидно, что Лукашенко будет поддерживаемым Кремлем, Кремль будет поддерживать его и финансово, и военно, и этими добровольцами, и силовиками. И вот, собственно говоря, что можно сделать в такой ситуации? Только противопоставить, как это, нелетальное оружие, да, там, белорусскому там, лидерам протеста. Понятно, что Америка на это не пойдет. То есть, вот у нас внезапно 30 секунд про Беларусь. То есть, вам кажется, что Россия продолжит поддерживать Лукашенко, несмотря на все его такое неконтролируемое поведение, скажем так? Да, конечно. И я думаю, что основные переговоры сейчас идут, или там обсуждения между Кремлем и Лукашенко, как осуществить транзит власти, если его осуществлять вообще. Мне кажется, что Кремль хорошо понимает, что изменить Лукашенко невозможно, что он никогда не станет предсказуемым, никогда не станет полностью контролируемым. Значит, нужно договориться о транзите власти, как в течение года, или в течение двух, или в течение трех, и одновременно с этим найти фигуру, которую устраивает и Кремль, и Лукашенко. Алло, Сереж, привет. Привет, Владимир. Слушай, мы тут запустим небольшую программу к юбилею залоговых аукционов. С кем бы нам поговорить, кроме Потанина? Извини. Дай совет. А? С Кохом поговорить, конечно. Я понимаю, что ты его не любишь. Это не вопрос любви. Я люблю Нино, причем тут Кох. Во-первых, он врет, как дышит, и просто нет веры. Если ты считаешь, что тебе про залоговые аукционы кто-то будет рассказывать 100% правду, то ты наивный человек. Тебе никто не будет говорить правду. Меня еще никто наивным не называл, даже президент. Скажи мне, пожалуйста, все-таки, те люди, которые могли бы идею хотя бы описать с позиции «зачем», то есть это не конкретные залоговые, это вот идея в исторический контекст помещенная. Слушай, а помнишь, вот был такой Петя Мостовой? Конечно. Я бы его нашел, да, с одной стороны он внутренний из госком имущества, а с другой стороны он как-то тихо, нейтральный, да, и... Да-да-да-да-да. Он гораздо более спокойный человек. Мостовой, не думали, да. Мостовой. Да.
Ну, смотри, на самом деле, я не знаю, согласится или нет там Петя Авин поговорить, потому что они же были проигравшими в этих аукционах. Да-да-да, я знаю. Они получили только в конце вот эту вот тюменскую нефтяную компанию, да, их отовсюду выкидывали. Вот, что еще? Что еще? И кто из интересантов? Какой-нибудь экономист, который не практик, потому что мы с тобой и Авин практик, а вот человек, который как бы понимает, в какой контекст, вот мог взвесить, что дало, что не дало, который не был интересантом никак, ни организатором, ни интересантом. Тебе нужен экономист-аналитик, еще да. Понимающий в то время. Да, но при этом, который был, слушай, в то время. Нет, ну смотри, есть Олег Пьюкин. Да, о! Что-то у меня вылетело из головы. Вот я балдаван, да. Вот я болван. Я думаю, что Олег Вьюгин был бы очень таким неплохим человеком, да, и говорит хорошо. Но, кстати, можешь... Я понимаю, что тебе очень нравится стилистически, но Олег Буклемищев, да? А я вообще его не... Это кто? Помнишь его? Так, ты завис. Я не завис, я задумался. А он что был, извини меня? Угу. Он где-то в Минфине, по-моему, с Касьяновым, но, собственно говоря, он уже видел все эти процессы, да? О. И может... слушай, да. Может с Аузаном поговорить. Аузан, точно. Все, Серега, надо возвращаться, Серега, извини, спасибо. Мне просто действительно... Мне нужно было как-то вот такой объем сделать. Давайте коротко поговорим с вами про G20. Сергей Владимирович, насколько содержательным было участие России? Вот, я достаточно скептически отношусь к G20 как к международной организации, ну, потому что она объединяет страны по некому формальному признаку, потому что они являются самыми крупными с точки зрения экономического потенциала, но при этом их не объединяют ни политические воззрения, ни политические режимы, ни ценности, ни скрепы, ничего похожего. И многие из них находятся в конфликтующих отношениях, конфликтных отношениях. Ну, там, не знаю, Россия-Америка, Америка-Китай. Вот. Это, скажем, огромное отличие от, например, «семерки», да, где страны объединены по принципу либеральных демократий с рыночной экономикой. Вот, поэтому все переговоры в рамках этого форума, но помните, знаете, еще один такой форум под названием БРИКС, где Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Вот тоже формально объединены как крупнейшие развивающиеся экономики. Вот они уже там 12 лет пытаются между собой хотя бы какие-то принципы взаимоотношений, что их еще объединяет, кроме размера, выясняется, что ничего. В такой ситуации, конечно, ритуально можно говорить о многих вещах. Там каждая страна выдвигает свою повестку, по очереди является лидером, там организатором этих мероприятий, программы. Но, честно говоря, спросите сотрудников российского МИДа, они скажут, что это был фантастический успех российской дипломатии, что Путин выступил замечательно, что он продвинул идею вакцины российской, что он готов участвовать, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Но мы хорошо понимаем, что после этого ничего не произойдет, потому что уже сразу же по завершении этого форума председательство 20-й получила следующая страна, и она начала готовить свою программу со своей повесткой, и очевидно, что там через год точно совершенно проблема ковида, скорее всего, не будет главной, а будет что-то другое. А поэтому я как-то вот даже не очень понимаю, как можно оценить. Прошел форум, прошел. Путин там говорил много интересного про риск девальвации национальных валют, про необходимую помощь экономике, про долгое восстановление от коронавируса. На это вы тоже не обращаете внимания? Нино, вы знаете, вот здесь очень сложно как-то. Вот в принципе, если Путин, вы его почитаете, не знаю, какие-нибудь другие выступления, речь, он много о чем говорит правильно. Он говорит о независимом суде, он говорит о разделении властей, он говорит о свободных выборах, он говорит о свободной экономике. Он в данном случае, вот он абстрактно говорит, что вот, хорошо бы бюджет поддержать за счет бюджета там экономики, которые находятся там в падении. Ну хорошо. Вопрос, Владимир Владимирович, а вы что делаете? Он говорит, а ничего не делаем. Вот у нас был какой-то пакет помощи весенний, там 2% с небольшим ВВП. Ну и с тех пор мы считаем, что у нас все закончилось и все идет по улучшению. Да? Нет. Как вам сказать, с коронавирусом все очень, очень тревожно в России. Об этом говорит и Голикова, и Путин предлагает губернатору. С экономикой все хорошо, не то.
С коронавирусом, конечно, плохо. Даже они уже так, все более тревожные. У них еще месяц назад с коронавирусом все было хорошо. Они же вперед смотреть не умеют. Они же смотрят только, когда уже как рак на горе свистнул, тогда до них доходит, что плохо. Они прогнозисты, это отвратительные. Вот. Хотя уже месяц назад было понятно, куда все дело катится. А с экономикой все хорошо. То есть, в принципе, это кому-то там, ну, видимо, это намек в сторону Америки, что Америка, ну, слушайте, вы там договоритесь между собой, вкачайте очередные там 3-4-5 триллионов, поддержите свою экономику, глядишь, за счет этого все остальные к вам прицепятся, как вагончики к большому паровозу и потянутся вперед. Ну, а что, говорит, мы, Россия, ну, потратим мы свои 2 миллиарда долларов. Это же мировая экономика этого не заметит. Мы лучше их сбережем. Он Силуанов кубышку сложит, и все будет хорошо. Там риски девальвации национальных валют, но это такая тема абсолютно спекулятивная. Они существуют всегда. Главная защита от девальвации валют развивающихся стран – это такая прочная, как говорится, sound macroeconomic policy. Да? Когда у вас бюджетный дефицит под контролем, денежная политика под контролем, да, когда вы смотрите за тем, что происходит в экономике, обеспечиваете быстрый экономический рост, и почему-то в странах, где есть хороший экономический рост и хорошие вот эти базовые принципы макроэкономической политики, независимо даже от их политического режима, вот там девальвация национальных валют не происходит. Вот, поэтому, ну да, конечно, в принципе, всегда риск девальвации есть. Но вот к кому эта фраза отнесена? Ну, это то же самое, что сказать там, ну, там, Волга впадает в Каспийское море, сказал Владимир Путин. О, закричали новостные агентства. Ну, какая впадает, да. Фраза. Да. Вот. Но из этого ничего не следует. Поэтому всерьез обсуждать, когда Путин говорит одни вещи, а делает другие, ну, хорошо. Или он обращается к Америке, когда говорит про бюджетную помощь, или он хочет сказать, намекает, что сейчас вот там в тишине кремлевских кабинетов или на улице Ильинка Силуанов верстает новый план фискальной поддержки. Но там было еще много интересного, ну, не конкретно на G20, уже чуть шаг в сторону сделаем. Вот Путин наконец подписал этот закон о повышении НДФЛ для граждан с доходом выше 5 миллионов рублей. Мы с вами обсуждали это летом, даже вот есть эфир от 30 июня, где вы называли это решение идеологически ошибочным, финансово бессмысленным и, на экспертный взгляд, глупым. Придерживаетесь ли вы тех же позиций? Да, конечно. Да, конечно, потому я считаю, что этот закон абсолютно глупый, он абсолютно бессмысленный. И его даже тяжело назвать популистским, потому что под действие этого закона попадает несколько десятков тысяч человек. Вот если посмотреть на статистику Росстата, ведь это же 5 миллионов в год, это там больше 400 тысяч рублей в месяц. Количество людей, которые получают такие доходы, их в России не очень много. Денег собирают, там 60 собирают. Обещают собрать, причем соберут там уже где-то там в 2022 году аж целых 60 миллиардов рублей, что является там 0,0 какой-то процент российского бюджета. И там, я думаю, что вот эти 60 миллиардов рублей министр Силуанов вам в любой день или каждую неделю готов где-то наскрести, как эти, знаете, осадки, усушку, утруска российского бюджета. Вот, поэтому для чего это сделано, непонятно. Вот повышение ставки подоходного налога, возможный инструмент экономической политики, да, но его нужно применять, когда вы, не знаю, вот если Путин сказал, давайте мы поднимем необлагаемый минимум доходов там, до 10 тысяч рублей в месяц, да, но за это повысим ставку налогов, например, до 15%. Вот это был бы решительный шаг, потому что тогда значительная часть, не знаю, там процентов 30 российского населения, которые платят подоходный налог, для них бы ставка, реальная ставка налога снизилась. Да? И тогда это было бы какое-то понимание того, для чего это делается. Для того, чтобы облегчить жизнь тем, кто получает пенсию, бедный, тем, кто на него менее обеспеченный. Нет, ну как, конкретно этот шаг был нацелен на то, чтобы наконец собрать деньги, которые будут отправляться на благотворительные цели. Вот эти 60 миллиардов за счет этих денег будут как раз там, не знаю, оплачиваться лечение тяжело больных там детей и всех, кому нужно. Послушайте, 60, вот российский бюджет – это без малого 20 триллионов рублей по расходам в год. Вот вы правда считаете, что вам невозможно найти 60 миллиардов рублей, чтобы профинансировать вот детские болезни, тяжелые детские болезни? Да это просто признание министра финансов в том, что он, вот его политика, финансовая политика, а также политика российского Минздрава и российского вице-премьера, ответственного за эту область, Татьяны Голиковой, сводится к тому, что не надо тратить, не надо было тратить деньги на лечение этих болезней.
Вот не надо. А теперь мы решили, вот прошло там 20 лет режима Путина, и вот, наконец, мы созрели, что на это надо дело потратить. Вот это абсолютно популистское объяснение. Налоги повышают не для того, чтобы собрать деньги. У бюджетников есть очень железное правило во всем мире. Да? Единство кассы. Никогда не делается бюджет из того, что вот мы повысим налоги, здесь соберем 60 миллиардов рублей, и вот именно за счет этих 60 миллиардов рублей мы профинансируем эту программу. Такая бюджетная политика является ошибочной. Вот деньги, они сваливаются в одну кучу и тратятся на те программы, которые утверждаются. Поэтому вот на что тратить деньги, тратить ли деньги на лечение детских болезней или не тратить, это вопрос бюджетной политики. А повышение налогов, это зачем-то делается, но точно не для того, чтобы лечить детские болезни. Вот повышение налогов делается для того, чтобы какой-то месседж электорату послать и ухудшить жизнь там слегка, там нескольким десяткам тысяч россиян. А что вы можете сказать о реформе институтов развития, о которой она сообщила Мишустин? Два основных месседжа. Первое, то, что институты развития в авторитарной экономике, в несвободной экономике, в экономике, где власть кошмарит бизнес, не работают. Да, и, собственно говоря, эти институты существуют уже там без малого 15 лет, никакого эффекта от их деятельности не видно. Да, поэтому вот это первое, да, что эти институты противоречат самой логике государственного капитализма. Второе, я считаю, что это абсолютно правильное решение бюрократической машины государства бюрократа, во главе которого стоит бюрократ Мишустин. Потому что управлять 40 институтами развития, которые делают примерно одно и то же, пытаются ускорить развитие, крайне тяжело. Есть известное правило, что управлять можно там не больше, чем 7 объектами. Вот Мишустин пытается уменьшить количество объектов управления и передать, назначить над ними главного. Да, вот, соответственно, там получается 5 каких-то крупных, которые живут автономно, а все остальные мелочи, которые там будут главным, Шувалов. Ну вот, да, бюрократически абсолютно правильное решение. Я думаю, что пройдет лет 5, и там 2/3 этих институтов развития мы даже перестанем вспоминать, что они когда-то существовали. Они просто растворятся в бюрократической системе. Объединятся, собьются. И у нас, к сожалению, остается буквально 1.5 минуты на то, чтобы обсудить катастрофу, буквально энергетическую, во всяком случае, в Приморье. Сергей Владимирович, природа в России все еще сильнее человека? Ну, природа не только в России, но и во многих странах мира сильнее человека. Да, и вспомните там землетрясение в Фукусиме, да, в Японии, или вспомните калифорнийские пожары, которые там каждый год бушуют. Ну, мне здесь кажется, что это неизбежность. Другое дело, что какие-то вещи, какие-то природные явления можно предугадать, и на какие-то природные явления там можно быстрее реагировать, но сказать, что человек сильнее природы, это неправда. Да, и то, что природные катаклизмы будут случаться и будут влиять на жизнь россиян, и на жизнь американцев, и на жизнь японцев, и на жизнь, не знаю, жителей Сомали, да, конечно, к сожалению, это так. То есть конкретно в этом случае мы не можем говорить о вине там конкретных чиновников или политиков? У меня пока не очень много информации, я пока не разобрался с этой ситуацией до конца. Я бы не хотел вот так, знаете, проще всего сказать, а вот вы там виноваты. Да? Надо понять, что там реально случилось, да, что не сделала власть, что сделала власть, какие ошибки были допущены при проектировании, если они были, и так далее. Да? Вот, более серьезно, ну, я пока, правда, я не хочу там лукавить и говорить, что я об этом хорошо разбираюсь сейчас. Договорились. Всем огромное спасибо, Сергей Владимирович, спасибо и всего доброго. До свидания, спасибо большое.